Всем привет, с вами Данилькино, и мы сейчас будем смотреть на эволюцию Майнкрафта. Это самая первая версия. Вот такие вот камушки. Я не знаю, как сделать полный экран. Кстати, это Майнкрафт. Кто догадался, лайк. Только здесь все поменялось. На правую кнопку мыши все ломается. А на левую кнопку мыши все ставится. А у нас, как привычно, все на правую кнопку мыши все ломается. Ну, вот такая эволюция Майнкрафт. Я здесь даже немножечко поиграл. Здесь вот такую башенку можно построить. Вот здесь еще можно... Алло. А все, больше блоков-то и нету. Все, это один единственный блок. Булыжник. Поздравляем, вы освоили новый блок. Булыжник. Так. Я здесь тоже домик маленький построил. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну чё, здесь даже ни звука нет. Мау-бау-бау-бау. Ну здесь уже можно сделать паркурчик. Вот такой вот. Вот такой вот паркурчик можно сделать. Вот такой вот. Или вот такой. Все. И вот здесь вот такая концовочка. Вот здесь я домик еще построил. Наверное, вы видите? Я здесь еще даже не пол не сделал. А как пол поменять? Ладно, будет когда у меня вот такой дом, и просто не у которого не будет пола. Ой. Ладно, пусть у меня будет все травовые. Так, и делаем потолок. Так. Я его еще не достроил. Я хочу вам показать, что это за такая старая версия. Напишите в комментариях, в общих комментариях. Ой. В каком это было в году? Если что, можно написать комментарий. Ерунда, если под этим видео выключен комментарий, можно написать общий в комментарий. А, да, темно. Конечно же, темно. А мы приступаем к следующему. Вот уже все загрузилось. И мы появляемся в какой-то ерунде. О! Алло. Ерун, можно поменьше, вот так удобнее. Все подал. Какой? Ай, вау, это тоже, я такое еще не видел. Ум, я такое не видел. Можно плоский мир даже. Кстати, не говорят, есть такая постройка, как пирамида. Еще говорят, что это убежище Херабрина, потому что не говорю, что Херабрин существовал очень давно. Так. Где мой новый... Я просто вам хотел показать плоский мир. Вот он, плоский мир. Только странно, почему у меня еще... Ой, вот. Только странно, почему у меня здесь еще домик сохранился. Здесь новые блоки, земля есть. Вот такие вот блоки, земля. Можно построить нубский дом. А как жили в нубы в самых первых версиях? Кто это?
Я, наверное, это представить не могу. Вот так уж, что ли, дом из земли строили? Или они из булыжника строили? Ничего. О, у меня портал какой-то получился. Или реально портал какой-то. Реально какой-то портал получился. Реально какая-то рамка. И вот, можно ее вот так вот застроить. Алло. Ля-ля-ля. Вот здесь вот у меня опять же домик сохранился. Странно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. О, здесь уже координанты. Ниди, сколько FPS? Вы издеваетесь, так много FPS? Нет, я понимаю, 60, 70, много. Ну и вот такое количество, 300 FPS. Может, надо все заставить? Может, надо все взорвать? Да ладно. Не знаю, вот. Что это было? Что-то свалилось, ля-ля-ля. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум. О, уже замени. О, можно на булыжник. Так, сейчас бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Потом нажимаем и... Ой. Бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум. Бум-бум-бум-бум. И пум. Здесь еще один блок. Доски. Они очень странно выглядят что-то. Очень странно. Ну реально, это что за дичь? Что это? Ну и дальше ждем. Так, ну вот загрузилась, короче говоря. Ну это был просто прикол такой маленький. Здесь я уже повыживал. Создаем новый мир. Ну, можно написать. Букву К, вот, Бабадук. Потом нажимаем далее. А, я думаю, что это... Ладно, пишем. Где это Боб? Ба-ба. Дух, ну что это, бабочка? Бабадукинч. Бабадукин. Бабадукин. Вот и все, нормаль. Ну, создаем. Вот мы появились, и какая-то странная эта версия. А, звуки? Да. Звук земли! Слышите? Кстати, я здесь... Ну, помните, что здесь я немножко проиграл? То есть не проиграл, а поиграл. Здесь я уже понял, как играть. Здесь можно сделать как там... Так, это... Нормально. Сложное, мирное. Так, окей. Вот на мирку я поставлю. Если у скелетов у всех такая же привычка. Все, добыли досок. Потом выживаем. Пока что ничего не находим. Конечно, левой руки и книжки нет. Здесь даже. Так, ставим. Делаем палочки. Ой. Ну это то, что я уже играл. Кстати, здесь волки агрессивные. Даже ли... Корова, это ты? Палочка да... Корова. Да что с тобой? Услышали?
Ладно, без звука. Вы так уже слышали? Просто там пещерные звуки, а я их до смерти боюсь. Ну как, не до смерти боюсь? Ну просто боюсь сильно. Я прям могу закричать, когда может он идти. И наша первая кирочка! Еее! Пока-пока. Опа. И уже пещерка. Да, здесь звук умирания кайфовый. Вы сейчас его услышите. Ну, когда я камушка добуду нормальное количество. И когда я свалился с зашного этого седа, Бабадук. Это название мира Бабадук. А может это вообще сид? Ну не знаю, это сид или название мира. Наверное, название мира это... Здесь еще команд нет, так. Где мой... Будем расточелло. Делаем нашу первый топорик. Делаем наш... Кто меня толкает-то? Кстати, Мирилкинати, где? Мирилкина, выходи! Мирилкинати, где? Ну, я же ведь хотел вам показать кайфовный звук. Не так ли это? Вырубаем на максимум и... Мирилькиньо! Все! Чё? Давай играть в Майнкрафте. Давай. Все, я здесь эволюцию Майнкрафта провожу. Все, это мой друг Мирилькина. Она никогда не создаст свой канал. И не будет его. Эти, короче говоря, старая версия. Здесь я корову буду бить. Корову? Да. Эй, ты, курятина. Эй, ты, курочка лохматая. Курочка лохматая. Эй, ты, нубик. Хочешь в яму? Себе то... Испугался уже. Вот он, железо. Я просто огляделся. Давайте добудем. По-быстрому все. Сделаем факелы. Это гравий? Уже с ней гравия нет. Так, можно... Ему есть, чтобы поле зрения изменилось. Можно поле зрения изменить? Так, это настройки. А это музыка. Это не поле зрения. Окей. Ладно, я пока добуду дерево. Кстати, здесь есть ачивка? Здесь ачивок-то и нет. Может, и здесь можно? Да, есть. Мотыга. Хлебушек. Потом печка, потом рыбка. Рваная кирка, пара в шахту, обновка. Ой, вот ты как! Кирка добывать! Где? Вы когда-нибудь видели, что киркой добывают дерево? Кстати, я здесь видел, что волки здесь агрессивные. А прокольная гора. Чё себе, как будто я здесь уже был. И все перекопал. На! Да, сейчас. Нам нужна свинка. Нам нужна свинка Пеппа. Свинка Пеппа? Такая свинка Пеппа. Ты же сам сказал. Мирилькино, ля-ля. Кровка, ты меня напугала до смерти. А меня никто не напугал, по-моему. Мне показалось, что там какой-то монстр Бабадук. Бабадука не бывает в Майнкрафте, наверное. Да бывает, наверное. Или это меня Найсик Бро затроллил. Затроллил? Я еще никогда не проверял сид Cartoon Cat. Его и не существует, наверное, этот сид. Сейчас приду. Ах, да, забыл, что не надо убивать овечек. Если надо их ударять, чтобы из них выпала шерсть. Правда? Угу. Я же тебе уже показывал, я в это играл. Опа, сейчас я вам докажу, что
волки на нас агрятся, даже когда мы в мирке. Ну да. Вот у него красные глаза сейчас были. Больше никого. О, мой спавн. О, какой красивый ландшафт. А гора-то какая красивая. О, сейчас вы услышите прикол. Ну, короче, вы услышали прикол. Да, конечно, этот какой-то кайфовый звук. Я бы его бы оставил в Майнкрафт такой. Уль! 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 Даже когда я плаваю в лаве и полный сет алмазной брони, я очень мало получаю урона, то я говорю: уль! 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 О, досочки. Так, надо уже делать факела. Так, тык-тык. Мам, я в туалет. Так, чужие... А, факела, да-да-да. Вот так, и... Вот так. Где моя пещера? Кажется, какое-то поле зрения у меня непривычное. Ух, никаких страшилок здесь нет. Хорошо. А когда появилось самое первое, когда появился Майнкрафт, и он был очень старый. Он, как там его? Где железо видел? Я же железо видел. Может, надо просто копать, поискать. Кайсю. Белыми точками. Вот так и должно быть, либо я не понимаю. Тогда буду уголька, у меня что-то очень мало его. Мне вообще его нет. Да, 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 да. Потом мы сразу придем к 1.8. Там холодно. Ну, если что, Майнкрафт появился в 2009 году. Это опять я подсказываю или не опять? Может, я просто... Может, это я сочинение писал? Что здесь говорил? Что это там-то за такие черные точки? Железной руды что-то нет. Жаль, что ее нет. Это что, гравий? Ах, да, я забыл, что гравий так выглядит. Прям похоже на гранит, или как там его? Андезит? Или... Я только... Вот где это железо! А он сказал, что здесь железо есть. Вот оно. Только почему? Сначала ты был в творческом, а теперь тебя мгновенно прикинуло выживание. Так, о, железка, железка, Ой, факел. Факел убрали. Зачем мне? Ой, факел он добываем. Если это не приколь. Вот так. Вроде больше ничего здесь нет. Ой, зачем я опять? Пукс. Пункс. О, еще железо. Да. Я, наверное, скоро сделаю броню. Давай, ну давай. Что это за черный? Ой, я богатый. Это реально удача какая-то. Только не знаю, что это за эффект удача. Я не знаю, что он делает. Может, он... Может, он... Делает, когда ты убиваешь моба. Там ночь. Там ночь уже. Это реально ночь или это... Да-да, это ночь. Ночь? Да. Ночная. Ага. Надо сделать железный меч и сражаться. Ах, да, у меня живет на мирке. О, мирка. Прикольно. А ты, Данька? Нет, мирка это, например, сложность, когда нет никаких монстров и еще там. И мирка это еще когда ты... Мирка, Данька. А может, она договорит Мирилкина и Данилкина.
Так, где тут? Деле... О, Господи, когда я выхожу, все такое темно, когда я захожу. Ой, аж глазам больно очень. Почему? Потому что это так светло, что ж. О, ну, очень ярко. Можно... О, семечки есть. Ладно, нам не интересно семечки. Нам главное... Нам интересна переплавка. Так. И вот. Так. Да ладно, даже не было берёзы. А-а-а. Надо домик строить. А чего он... А, Рустак, чем надо добывать? Оживить топором его. Наверное, я мало чего знаю о... Нужно... Майнкрафте. Жили красной киркой. Какой красный-то? Даже такой нет. Красная кирка. Да не красная кирка. А какая? Наверное, вот такая кира. Я уже не знаю, чем добавить верстак. Я знаю, что топором, но старой версии зачем? Наверное, каменной киркой. А я как раз и каменным топориком и добывал. Тогда можно добыть ее алмазами. Алмазов в этой версии еще не было. Как? Ну так. Они же, ты думаешь, что прям при создании Майнкрафта они появились? Нет, я думаю. Ну да. Когда изобрели Майнкрафт? В 2009 году, я уже говорил, у подписчиков. Или те, кто с меня смотрит. Меня вообще никто не смотрит. Почему тебя никто не смотрит? Потому что я начинаю только снимать. Ну такой вот у меня дом. Фигу. Это просто полная фигня. А ты говоришь плохие слова? Это нормальные слова. Это ты маленькая, тебе такие нельзя. Я уже типа мне сколько? Чё, я не маленькая? Мне скоро 9 лет. А мне скоро 6. Давай тебе в марте, а мне в январе. Кстати, скоро скоро Новый год. Ля-ля-ля, джинга-бэй. Ой. Надо сначала доски нарубить. Вот что я понял. А, вот оно, мое дерево. Потерялся. О, свинка Пеппа! Кто помнит прикол свинки Пеппы? Так, а ну-ка слезай с компьютера. Ну нафиг. Прям приврать во время прям с видео. Кстати, угадайте, зачем нам мясо? Смотрите, сейчас я умру. Ну как не умру, а... Ах да, у меня же есть лесенка, ну, которая не ведет в рай. Ну вы понимаете. Вот у меня есть много булыжника. Потом я высовываюсь от высока, очень высоко. А почему старые версии скины не размазанные? Как это? Они могут быть размазанные. Ну-ка, вот я падаю. Ай! Смотри, у меня пока регенец. Я просто кликнул правой кнопкой мыши, и оно сожралось. Ну, понимаете. Что сожралось? Господи, доски надо. Давай, вот, все, готово. Опять? Какая ерунда. У меня дом полная фигня. Куда я засуну? Почему даже в печку нельзя засунуть доски? Это в лайфхак. Лайфхак. Надо сначала делать 8. Моя железная кирочка. И железный топор. Ну, железный меч. А, у меня только 6 литков. На, у меня не. Мне только на шлем хватает. Здесь есть монстры? Ах, да, за. Правой кнопкой мышь не одевается. Ой, Вечка, привет. Ты знаешь, что тебе конец. Потому что я тебя прикончу мечом. На! И с ней ничего не потропается. Да, конечно. 24 минуты я просто здесь. Ладно, приступаем дальше. Это видео будет 30 минут.
даже написано старая версия. Даже восклицательные знаки мне нипочем. Нет, да. Да нет. Ничего не понял. Просто нашел надпись, и на ней бумага. Нашел бумажки, и она на бумажке написано. Нет, да. Да, нет. Вот эта версия 1.8. Уже типа современный. Бабадук. Здесь уже можно выбирать. Вот я выберу креатив, чтобы показать вам блоки. И создаем новый мир. Ну, конечно же. Как же нам назвать мир? Как же мы жить можем забыть? Бы-бы-б. Да ладно, русский есть! Ладно, я выберу русский. Я русский выберу. А, все нормально, все русский. Все, вот у нас. Вот русский, создаем новый мир. Творческие настройки мира. Ну, тип мира готова, и можем создавать новый мир. Да, это уже здесь русский работает, здесь языки есть. Ну и ждем. Ой, тут у меня криво все поставлено. Если что, опять я договорю. Я снимаю с телефона. Запись экрана идет 10 минут. Я не могу столько всего так мало заснять. Я не могу. О, смотрите, какая версия. Здесь можно поставить блоки, я здесь домик сделаю. Потом... И это вторая, следующая версия. Ну и вот мы спавнимся. Здесь вот такой вот инвентарь. Проверка карманы. Почему так плохо? Почему раньше я хорошо снимал? Вот блоки. Строительные блоки. Здесь есть, конечно, оружие и доспехи. Так мало зачарований, да ладно. Даже версия 1.12, я помню. Было больше. Давайте посмотрим на пластинки. А это жрачка. Алло. Даня, поставь видео на паузу. Да я тебя сейчас убью. Это я тебе... ты что делаешь? Да, я... Сейчас я тебе покажу. А где я? А, вот разные. Ладно, 11... Значит, я там на горе сейчас. На снежной. Ты меня не видишь, короче. Сейчас я тебя заспавню. Заспавнишь? Ага, заспавню. А где ты? А вот она ты. Это не я. Это жизнь. Где? А где? А, это где? Бя. Сейчас это долго. Я плохо команды пишу. Вот ноль. Вот! Я думаю, что я пишу геймод ноль. А я какой-то писифьюпу. Все, English. Ноль. Enter. Все, я уже вот уже в уликинах. Так, это 11. Да, F11. И вот это Мирка. Если это не я. Ты. На. На. Ой, поле зрения ужасное надо. Ой, мне вот такое нравится. Блин. Привяжи. Привет, Мирка. Я не Мира. Хочешь, я тебя убью, Мира? Нет, 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 нет. Алтиш. Ня. Все, ты сдохла. Это не я. Я не житель. Все, больше не заспавняешь. А, ты крипер, ты зомбик. А, я понял, все, все. Я эндермен. А, где? Я эндермен. Ух, катуинит. Гаймоды. Один. Так. Надо стрелы покупать. Ну, какие? Ну, не покупать. Еще раз, хоть расскажешь, я тебя убью.
Так, ну что еще из жрачка? Какую нам жрачку? Вот золотое яблочко. Ой. Что нам такое взять? Стейк. Вот стейк у меня есть. Хоть мне надо призвать миллионы не сейчас. Надо стейку брать и брать только яблочки. Так, ну и миллиарды эндерменов. Меня. Ну и 1000 тебя. Пока эндермашки. Что было? Ладно. Пока их нет, я... Нет, надо как так спрятаться, чтобы они меня... Одна из них я. Ага. Сейчас посмотрим, кто одна из них ты. Здесь все ты. Нет, здесь только одна я. Ах ты ж когда. Одна ты? Это не я. Это... Вот. Блин, ты меня заспавнил. Нет, это не ты. Это вот здесь. Кто ты. Вот кто ты. Я туда не влезу. Это не я. Ну ты сиди здесь. Все, это все ты. Если ты эндермен, то это ты. Ты. Я там, ну... Потом один... я смотрю в глаза пацана. Я тут первая. Ну, где-то там телепортировалась я. Ты не знаешь, куда я телепортировалась. Enter. Лук и стрелу убираем. Вот ты! Ты на Еру телепортировался. Ха-ха. Нет, я... Ты видел сейчас, что он эндермен один? Вес блок. Я эндермен, который несет блок. Ты ж вот он, вот он. Я блок несу. Нет. Все, пока. Ах ты ж, за... Ля-ля, я тут это... Иди ко мне, ну чё этот нубик? Нубик моя! Я боюсь воды, я боюсь воды. О, yeah! Хотя это не я. Я... Хотя меня много. Во, все, Мирилкина. О, яичко. А вот он ты. Вот он ты. Нубак. А ничего, что на 100. Это все я. Эти нубик. Ну все. Нубик. Я не нубик, сам ты нубик. Я там стою, ничего не делаю. Пропал? Сюда. Ладно, пока поем. Ля-ля, я пропала, короче. А где мои эффектики? А где мои... А, вот они. Ты ж вы. Ля-ля, я там что-то делаю, непонятно чего. А, вот он ты. Блин, он меня нашел. Я эндерменчик. Все, я это не любишь. Господин Роман, вы меня бесите. Ну вот такая версия один. Умри, 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 умри. Загран. А где загранные? Загранных чё-то нет. Ладно. Ну что здесь можно делать? Ну больше ничего здесь можно не рассказать. Где их больше? Все, нету их. Ну все, что... продолжаем далее. Алло. Ой, подготовочка. Ну это 1.12.2. Мой новый голос. Я свой язык придумал. Ну, привет, Россия! Пока, Россия. Все,
Кто офигел, что здесь написали «Привет, Россия»? Ставьте лайки. Все, привет, Россия. Привет. Привет, Россия. Россия. Ага. Ну, такая игрушка. Здесь можно уже сделать. Ну да, что-то здесь нужно сделать. Режим откладки готово. Создать новый мир. О, создать новый мир. Это хорошо. Я делаю режим откладки. Угу. Здесь даже можно подурачиться. Так, музыку выключаем. Я хочу вам показать. Музыка 0. Потом делаем. Так. Автотия открываем. Нет, это кто вообще в собой? Один. Хотите прокол? Опа. Это диван? А, здесь даже поставить ничего нельзя. Хитрецы, хитрецы. Где нотные блоки? В 1.12 были в нотной блоке. Лев нет. Ой, каракули я написал. Ладно. Вот нотный блок. А где? Когда? Он. Так, что добавили? Ну, я в 1.12. А, вот такую терракоту. Ой-ой-ой. Я просто смотрю на предметы. Они появляются. Я что, художник? Вау. Что ты там нарисовал? Ничего, там просто мне дали что-то. И что тебе дали? Что, почё? Проигрыватель тебе. Алло? Ой. Здесь что такое? Странно. Видео идет уже почти 40 минут. 40 минут? Угу. А надо было 5 минут. Ага, это очень мало. На видео уже тут 5 минут. Или ты говорил 20 минут? Этот портал. Ладно, вот такой вот режим откладки. Здесь даже можно все бабахнуть, но это уже вряд ли. И приступаем. Ну и самая последняя версия. Ну, понимаете. 20W48A. Там крипер был, название куку. И чё? Вот последний снапшот. А. Это самая последняя игра. Версия в мире. Да. Самая последняя версия в мире. В мире. А потому что когда ты играл в Minecraft, и ты прочитала мир, свое имя. А это было просто создание игрового мира. Да, я совсем чуть-чуть перепутала, и это было... мир, на самом деле. Давай, создание. Игра загружается. Да я музычку сам покажу. Кстати, там я бонус сделаю в мемпрогрупп. Я уже его отлично, уже научился в него играть. Вот, вот этот Майнкрафтинг. Где мемпрогрупп, наверное? Где, а это уже Бабадук. Бабадук? Мир. Так. Мир Бабадука. Вот музыка, вот она музыка.
Бабадук. Это такой монстрик. Как он выглядит? Сегодня живет только у сна. Я тебе уже рассказывал. Это такой монстр, который всех пугает. Который может тебе нашептать в ухо. Кто услышал, ставьте лайк. А кто не услышал, тоже ставьте лайк. О, вот. Вот это мой мир. Конечно, мы здесь не для этого. Сначала мы здесь мы можем переключаться. Алагая, зачем режим наблюдателя? Настройки. Настройки графики. Вот, два чанка. Алло. Алло, чё под водой? Я же творчески хочу. Да она так громко журчит. Реально, что там? Что такое? Здесь как повезет. Есть творческий. Да. Что здесь добавили? Да. Новые доски. Да. Вот такие штуки. Это уже не была версия 1.12. Ну, такие кристаллы, вот такие плачущие обсидиан. Коралловый риф. Незеритовые штуки. Ну, а то, что добавили 20W48A, вы офигеете. Во! Я здесь уже паркурчик сделал. Поставьте, набери мы где-то лайка. 200. Каких 200? Это уже слишком. Где-то 3 лайка, чтобы я мог пройти этот паркур. Ну да. Где-то... А можно даже 5 лайков? Это уже много для моей... А, вот он. Ну и бонус мем про групп. Ну да. О, вот, на выживание. Надо погромче. Да, перестань журчать. Сказал, перестань. Хотя бы на... О, я знаю как. На стульке. Фу ты, какие графики, музыка и звуки. Блоки 0. О. Вся Майнкрафта. Кому понравилось, лепите лайкосик. Ну, а с вами было Данилкина. И всем пока!